Республика готова выйти на первый этап снятия ограничений в связи с коронавирусной инфекцией. Как только соответствующий указ подпишет в РИО главы Чувашии Олег Николаев, в республике откроются торговые объекты и кафе с уличными верандами. В результате усиления мер по противодействию распространению коронавируса ситуация в районах с большим количеством заболевших стабилизировалась. Об этом говорили сегодня на заседании оперативного штаба. В Ядринском, Чебоксарском, Маргаушском, Комсомольском и Канашском районах количество заболевших снизилось. Диагностические лаборатории работают с большой нагрузкой. Увеличилось число тестируемых. Показатели для выхода на первый этап достигнуты. На первом этапе у нас снятие ограничений предусматривается возобновление деятельности объектов торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 квадратных метров при наличии отдельного наружного уличного входа в объект торговли и нахождение в торговом зале объекта торговли предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объекта. Из расчета один человек на 4 квадратных метра. Это с учетом и персонала торговых объектов. А также считаем возможным возобновление деятельности временных террас, веранд, выносных столиков, расположенных на территории, непосредственно примыкающей к зданию или сооружению, в помещениях которого располагается объект общественного питания. Мы считаем возможным, что прогулки можно и предусматривать в парках и скверах, и при условии, что аттракционы и другие места массового посещения граждан не будут открыты, в том числе детские площадки пока. Большинство вопросов, которые поступают от жителей Чувашии на горячую линию, касаются открытия спортивных площадок и фитнес-центров. Возобновление их деятельности зависит от нашей с вами ответственности. Количество заболевших не должно увеличиваться. Это же касается и открытия лагерных смен. Соответствующий указ, как уже было сказано, в ближайшее время будет согласован окончательно и подписан. И еще раз призываю к тому, чтобы мы с вами очень ответственно, внимательно и последовательно выполняли все эти решения, которые только что мы с вами сформировали. Очень важно добиться устойчивого тренда улучшения обстановки. Очень важно добиться того, чтобы у нас разгрузились медицинские организации и вернулись, особенно высокотехнологичные центры, к выполнению своих основных функциональных направлений деятельности по оказанию медицинской помощи населению не только нашей республики, но и других регионов. Ольга Алексеева, Татьяна Раевская, Николай Скворцов, Республика.